Продолжаем. Капор, капот. Пропата не получается. Запор можно сходить из простых ходов. Какие еще варианты? Стопа. Если стопа, то... И вот стопа, в общем-то, неплохо, знаете, из тех соображений, что будет порск. То есть я разрешаю угол легким образом. Правда, я стопор ему подставляю. И стопор это, конечно, не очень хорошо. Поэтому, наверное, сыграем какой-нибудь запор, такой более простой ход. Оставим ему стопу. Если бы не был стопора, то стопа, в общем-то, не... Так, это плохой ход, потому что какапо, и никаких тут локаторов пока нет, поэтому можно писать спокойно. Так. Капотаж. То здесь я поторопился. Окей. Есть еще каротаж, да, ведь? Так. Казак, казакин, тарока, так, крота, крота, стопа. Рапата. Давайте рапату напишем сюда. Потому что сюда, если бы я написал рапату, я бы получил каратаж. А здесь вроде бы нормально. Пока идем ровно. Лопата такой довольно-таки читаемый ход. Здесь сложно, конечно. Стопа. Не знаю насчет стопы. Атолл. Может быть, атолл пока вообще. Пилотаж. Пилотаж же, да? Пилотаж лучше гораздо. Непростое поле. Ну, с какапо, да, я, наверное, поторопился, и поэтому теперь труднее стал играть. Вряд ли это солидный размен был с моей стороны. Аполид можно сыграть вот сюда вверх. Пилорама, может быть, появится. Эпатаж, лотаж. Полиз могу написать. Могу написать атолл или полиз. Аполид я, правда, да. Не особо охота. Эскапизм. Скорее всего, я здесь что-то пропускаю. Скорее всего. Атолл мне просто... Он пока импонирует, как такой выжидательный ход. Патака, господи, патака же снизу. Да. Ну ладно. Слушай, а если бы он прислал патаку, у меня... Но у меня было бы тапиро, поэтому, в принципе, это не ошибка. Это не ошибка, да. То есть можно статор написать, можно написать патака. Но патака смысла нет писать, потому что будет патако. И я дам ему легко... легкий ход. Соответственно, надо писать, я думаю, что статор. Капилляр, кстати. Капилляр, но каким образом? Его даже не выставишь как-то специально. То есть нереально здесь. Окажу. Чужак хочется написать, да, как такой самый, наверное, легкий ход. Но можно не торопиться с этим, потому что там атака, и, в общем-то, ничего такого особенного. Можно написать, то есть, наверное, хуже не будет от этого. Тапаколо есть такой ход. Но вряд ли мы его здесь увидим. Ладно, давайте чужака напишем. Казак сверху. Можно написать казака? Нельзя, потому что будет макака. Атака, да. Како можно написать? Можно написать сказ, если так сушить. Можно пакт написать. Мне, в принципе, пакт нравится из соображений утка-шутка, потому что я хожу черным. Здесь, мне кажется, единственное, что можно пропустить, это какой-нибудь изм. Не хотелось бы какой-нибудь изм пропустить. Атолизм. Вот что-нибудь такое. Давайте пакт пока что сходим. Аказия. Она здесь никак не получается. Опилки, клипа. Слушай, а клипа, вот я что-то вспоминаю. Клипа есть, да. Но клипа мне не страшно, я как минимум опилку напишу. Клипа. Так.
Изм, давайте изм поищем. Но я, мне кажется, что его тут нет просто. А, липаза. Кстати, липазу совершенно не видел. Окей. Казах. И какой-нибудь хлор. Или там флор. Флот, может быть. Азиль, может быть, вообще. Азиль. Я знаете, почему Азиль сходил? Просто я увидел, что после какого-нибудь флота, или там фелло. Нет, может быть, это, конечно, и зря. Дело в том, что я просто... Так, ладно. Молчу, пока ищу что-нибудь. Есть ли у меня победа? Или нет? А, слушай, у меня есть лопат. Прикольно. И лопат у меня был, притом, очень давно. Потому что после того, как написано лопата, ну, я, по-моему, про него не думал. Слушайте, это да. Вот это и чудо. Вот это я называю чудной победой. То есть, это тот случай, когда ты мог поторопиться написать какой-нибудь, ну, типа, ладно, тут ничья, там, написать какое-нибудь поле, типа. А тут, на самом деле, был ход лучше. Это, конечно, да, мои, наверное, наилюбимейшие ситуации. Но самое мне запоминающееся, на самом деле, вот из всего, это, наверное, когда я хардвер выкрутил. Вот, ну, в какой-то более тяжелой ситуации. Там много таких тяжелых было букв. Ландвер, хардвер, все, конечно, полезные ходы. Я думаю просто, что лучше сходить, бутон или футон. Или, да, тут, наверное, в принципе, никакой разницы нет. Или вотум. В принципе, они в любом случае и то получится. Вотум, знаете, хорош тем, что вотум, фатум еще есть, да. Вот он даст всякие... А фитон есть? Фитон. Фитонема? Такого нет. Так. Может быть отсюда? Так, это не та буква. Фатумом я не хочу как-то торопиться пока. Давайте, наверное, вот он сыграем. Я не знаю, что он пойдет. Может быть фатум. Но на фатум, на самом деле, я не вижу какого-то. Ага, фитон. Ну, тоже нормальный вариант. Бутила, бутилон, бутилен. Погодите. Ну, это, знаете, это ход из серии, а типа, знает ли он а бутилон. Ну, давайте попробуем, давайте. На самом деле, это не оптимальный розыгрыш. С другой стороны, может быть, оптимальный, потому что у меня есть еще бутилен. И, в общем-то, может быть, это такой размен-то нормальный. На самом деле, я сейчас напишу а бутилон. Здесь лишь весь вопрос в том, откуда я его напишу. Я могу написать его отсюда. И там смута немножко ему угол немножко сделал более таким проблематичным. Шабути в любом случае будет, поэтому я никак не защищусь от этого. Давайте обучил он вот таким образом. И я, кстати, закрыл этилен, который, возможно, для него был просто читаемым после моего хода. Энолит. Мне кажется, здесь вот с минералами очень скудно. Здесь есть сфенолит. Вот енолит. Я не помню, есть ли прямой какой-то минерал с таким продолжением. А, пилотаж, опять же, да, может быть, после пилота. Филей ян, просто плохой ход. А, лишь есть вопрос в том, что есть ли у меня что-то больше, чем, например, шабути. У меня есть... Так, элитон, это... Элитон тоже есть, поэтому неплохо. А, сабатон, к сожалению, вот не добавили. Этот латный башмак давно уже должен быть. Я думаю, многие знают такую же группу с таким названием. Металлическую, так. Ну, я крайне сомневаюсь, что его добавили. В английской версии вот спокойно можно написать сабатон. Олень. Слушайте, а он себя в угол не запихал вот такими ходами? Я же просто напишу сейчас новь, и что он будет делать? Давайте посмотрим, есть ли у него выгол какой. Выход. Что-то я сегодня... Язык меня не слушается. Так, новь. По-моему, здесь угол мертвый, нет? Я не знаю, какой-то отглаг, типа, оканчивающийся на ленье. Типа, воленье. Но, ну, во-первых, таких просто нет отглагов, поэтому... Не знаю. На что он здесь вообще может рассчитывать? Есть вот если с мягкий знак NO есть леновод. Но тут он никак его не выкрутит. Поэтому такая хорошая победа.
На самом деле, вот с точки зрения углов, здесь интересно, что мог ли вообще он как-то вылезти отсюда? Я что-то не вижу, на самом деле. Потому что, смотрите, если вылезать через ша мягкий знак, из угла это сделать невозможно. Отсюда это возможно сделать, но здесь нужен кешью. Кроме кешью, не могу сказать, что здесь еще может быть. Но кешью здесь построить как-то сложно. Потому что нужна Е каким-то образом. Каким-то образом нужна Е. Да, я не знаю, как это сделать. Если сверху, если у него какие-то хотя бы надежды вылезти сверху. Тоже не вижу. Или что-то, чтобы... Кстати, бутоньерка, да, но куда ты ее проведешь там? Только за край доски. Ленья. Вот что-то вот с таким окончанием. Но... Если только какие-то слова, которые... Вот селение, например, да? Но каким образом? То есть здесь нужен... Ну, может быть, это единственный шанс на самом деле. Но опять же, он там перекроется с очень большой вероятностью. То есть через селение это выход не гарантированный. Гарантированный выход должен быть... Если бы было какое-нибудь, я не знаю, пиление, да, вот что-нибудь вот такое, тогда бы он легко мог вылететь через питон. Но Ятовье и тове становье. Я пытаюсь вспомнить, какие вообще есть такой конструкции слова. Возможно, да, здесь возможно, что здесь уже мертвый угол. То есть единственная надежда это вот сходить, допустим, Силон, да, вот здесь. Или Силен. Ну, что-нибудь вот из этого. Силон, Силен, и потом сходить Селен. Но, скорее всего, дело в том, что Силон, а тут наверняка перекроется ходом к Силон, вот здесь справа, и поэтому никак через селение не вылезешь. А, занятно, занятно. Я потом, может быть, подумаю еще над этим ходом. Ну что ж, ладно, увидимся.